Наконец-то вышла иллюстрированная книга «Гарри Поттер. Орден Феникса». Иллюстрация Джима Кея. Почему-то я всегда думала, что это Феникс, а это, оказывается, лебедь. Патронус Чо Ченг. Окей. Так, обыкновенного цвета детской неожиданности книжка. Под Dust Jacket. Здесь у нас Гриму Плейс. Так все грязно. Тетенька курящая. Какой-то родственник Критчера. Кикимора. Так, Гарри Поттер в гордыне валяется. Ментор. Патронус какой красивый. Мисс Фиг. Мистер Дадли. Ох, какая тонкая красоточка. Какой грозный глаз, Грюм, тут красавчик. Приехали в Гриму Плейс. Джордж и Фред подслушивательный аппарат подсунули. Это Питер Педигрю, наверное. Кто это? Окей, вижу Докси. Какие они, как мушки. Дерево генеалогическое. Блэков. О, мистер Визли и Гарри пошли в телефонную будку отправляться в Министерство магии. Много тестралов он тут нарисовал. Ну или в этом случае они. Невилл и Луна. Они в очередь в поезд стоят или где? А, вот Гарри видит тестрала первый раз в жизни.
Джинджер нюц. Имбирные саламандрочки, да? Так, а где сама амбридж? Пропустила? Ох, красоточка. И нож такой, как будто в крови весь. You must not tell lies. У меня, кстати, тут есть сова на чайничке. От Гарри Поттера тоже. Так, Гарри Чучинг. Так, что-то наш главный инквизитор. Кабанья голова. О, даже собачка есть. И хорек. Везли снэкбокс. Всяких переделок. Просто какие-то страшилки. Везли наш король. Хагрид пьяненький. Фазаны. Клык. Мяско. Ух ты, вот эта красота. Великаны, даже тут описывается, какие головы у них есть, где обитают, их оружие. Хагрид, шапки, ушанки. О, видение Гарри Нагини и мистер Уизли. Монгов госпиталь. Что, не нам никакой картиночки от этого госпиталя не показывал? Я бы хотела увидеть бабушку Невилла, иллюстрированную в госпитале с детьми. Ну, или родители Невилла тоже. Все вместе, как они там толпой стояли. Так, это кто? Это, наверное, Снейп, горбатонос, а это... Сириус, наверное. Снэп какой-то смешной тут. Оклюменцы учат. А это, наверное, Сириус, я так понимаю, нет? Могу ошибаться. Странички все разного цвета. Тоже как бы приятненько. Если нет иллюстрации.
Ференц, новый учитель. Дивинейшн, что за дивинейшн, как по-русски. О, вот она картиночка-то, которая на кавере. Сник, это то, что у этой девочки было написано, которая предала на лице. От Гермионы подарок, в кавычках. Так, что это? Ваши массы, Джеймс Клаудли. О, это Снейп молодой, а это, получается, мама Гарри Поттера. Какие-то они здесь взросленькие. О, наверное, про Амбридж что-то. Раз розовенькие листики. Ух, красота-то. Фред и Джордж. И Пивс. Так, это у нас братик Хагрида. Где он? Есть он. Экзамены, сова. Так. Раб. Нету этой Амбридж, как ее забрали. Не вижу. Так, полетели они в департамент магии. Это стрелы. Стрелы такие интересные. Что это у нас с Калибри? Не написано. Так вот они пришли за профессией. Так, Гарри, Рон, Невилл, Луна. Это что, Лили? Ой, Лили, какая, господи, Джинни, что ли? Это она была там? Что они такую страшненькую какую-то сделали? Ну, Луна, в принципе, не красотка, но... Джинни выглядит как Снейп. В молодом возрасте. Так, это Белатриска, что ли? Вот это точно Белатрис. Убили Сириуса. Красивая тоже. Дамблдор. Last Prophecy, где он ему рассказал, в чем было дело. Потому что они разбили. Очень интересная иллюстрация. Вторая война началась.
Это опять у нас Кремоплейс 12. Это этот Pet Food. Собака, которая Сириус Блэк. Вот. Да, на первом нам было закрыто, а на втором вот он открытый.